В Красноярске на сегодняшний день продолжают замерзать жители Ленинского, Свердловского и Кировского районов. Именно они в основном обращаются с жалобами на отсутствие тепла в своих квартирах. Специально для замерзающих сегодня днем была устроена горячая линия. Заместитель департамента городского хозяйства лично отвечал на все звонки горожан. Жители Октябрьского района в основном жаловались на точечный запуск. Это когда в квартире в одной комнате батареи горячие, в другой еще не затронуты отоплением. Полностью тепло сейчас дошло до Советского района, откуда нареканий практически нет. На сегодняшний день в Красноярске 31 дом остается полностью без отопления. Но до утра эта цифра должна стать меньше. Вообще, по сравнению с предыдущим годом, запуск отопительного сезона оказался более успешным. Ну, во-первых, в связи с тем, что он был начат именно с циркуляционной схемы, которую производила ТГК-13. Изначально носитель был нагрет, а потом уже подан в жилые дома. Поэтому я считаю, что решение главы города, оно было правильным. Сначала поставить на циркуляцию, потом подать ресурс.